Выходи. Я сейчас грядки пропалю, будем помидоры закатывать. Ты отцу звонила? Звонила. Ну, и что он сказал? Ничего. Отчитал меня. Сказал, что я не постирала шторы и в доме пылище. А я постирала, просто у нас всегда пылище. Чё ты там бормочешь, я не слышу. Ничего. А Гриша проснулся уже? Да Гриш твой уже давно в Егорев за досками уехал. Он никакой не мой. Все-таки какой молодец, а? Ты посмотри, и колодец мне почистил, и вообще обещал вот загородку у компоста сделать. Ты давай завтракай быстрее и выходи. Да. Интересно, начинается отпуск. Свинтят. Вот ты угомонишься когда-нибудь или нет, а? Ну, плачу я за электричество, плачу. Вот видишь, кабель куда идет? В дом он идет. Изолятора к счетчику, не ворую я электричество. Плачу. Так откуда я знаю, плачешь ты или нет? Может, знаешь, этот кабель так? Ты фальшивый! Да, фальшивый. А ты войди в дом, да проверь. Дом пойди. Что? Да, разбежалась. Значит так, завтра я этот фонарь снимаю. Что? И выкину-то, поняла меня? Да. Да. А я на тебя заявление напишу участковому за хулиганство. Понял? А давай. Понял? А давай. Да. А давай, давай. Вот ты так хорошо сругал. Вот тебе, а не заявление. А вот тебе. Ой, Боря. Запусти. Маруся. Мужик, хорош. Ты мне в ногах валяться будешь. Что? Поняла? Сожгу! Спалю к чертовой матери! А ну, вали отсюда! Вали, я тебе сказала, сожжет он! Я не знаю, как через участкового звонить. Да не надо никому звонить. Он сейчас прорался, теперь на 3 недели угомонится. Как не надо звонить? Он на тебя напал, тетя Лид. Да ладно, за волосы слегка схватил и все. А потом, ну что твой участковый? Что, беседу с ним проведет и все? У него и так дел по горло ему. Не до наших дрязг разбираться. Нет, ну ты видела, а? Какой шалопай-то, а? Пацаны, в футбол играли, так он их разогнал. Видишь ли, они ему мешали, шумели. Мало того, что выгнал, он еще ему сетку срезал. А сетку не он устанавливал, а Прокопенко за свои деньги.
Прокопенко? Да. Это тот, который у деда Гриши дом купил. Ага, он. Да, нормальный мужик. Не то, что этот пустобрех. А кто он вообще такой, этот Валерик? Да что его знает? Торчит тут целыми днями, всех жизни учит. А жена его только на выходные приезжает. Тетя Лида, а? У тебя волосы вырваны. Да? Больно? Да. Слушай, а можешь правда написать на него заявление? Угу. А то вон как, до рукоприкладства дошло. Вот и правильно, в полицию точно надо обратиться. Деловая ты у меня, Маруська. Ты возьми деньги и беги еще за солью в магазин. А то, может, на засолку-то не хватить. Я тебя предупреждаю серьезно, Наталь. Еще раз твоего пацана замечу, я шкуру сниму. Сначала с него, потом с себя. Что они тебе сделали? Ты ж ребята, они просто на футбольном поле играли. Да мне положи, что там они играли. Я это поле колючей проволокой обнесу, чтобы больше никто не сломался. А это поле что? Оно твое, что ли? А твое, что ли? Да, ну всю жизнь колхозным было. И садили на нем. Мы ребята на нем играли. Да что, послушайте, да иди. Послушайте, голубчик. Что? Что вы шумите? Какая вам охота? Из-за вас нет покоя здесь. Да что? Покой всем на том свете будет сниться. Сам ты на небесах. Спокойно, Витенька. Если ты еще раз послушай, я твою шпану разгоню к чертовой матери. Молчи, немедленно! Держите себя в руках, да, да, молчи, я сама замолчи. Если в руках себя держишь, а твоего щенка я утоплю, так и знай, поняла? Да я тебя сейчас чего? Помогу! А тебя утоплю! Не хапки! Уберите руки! Ты язык-то придержи. Да пошел ты, руки! Что ты устроили, а? Бузин вздумал. Давай в город езжай. Там и бузи, понял? В городе. А у нас бузить не надо, понял? Двое на одного. Спасибо вам, товарищ. И вам, молодой человек. А сетку мы на ворота обязательно натянем. И дети продолжат свои футбольные занятия. Я тебя продолжу! Ты меня понял? Вы меня еще не знаете. Ну что, все на одного, да? Я вас всех по одному порешу! А ну, пожалуйста! Гриш! Марусь, а ты-то чего здесь? Я? Он что, и на тебя, что ли, напал? Нет. Я за солью пришла. Мы же помидоры собирались закатывать. А этот на тетю Лиду напал с утра. На тетю Лиду напал? Да, а меня не трогал. Да, граждане, расходимся, товарищ. Это ему не с бабами базарить, как сегодня с утра с Лидкой. А знаете, что он утворил? Он по дороге звездочки разбросал. Я вон шину проколол. Да что вы говорите? Да. Надо посмотреть. Может, мы тоже наехали? Да. Я и говорю, надо с ним серьезно разобраться. Мало ли, что ему в голову взбредет. Вдруг он захочет колодец отравить. А может? Легко. Да ладно, ладно. Но придумывали колодец отравить. Все, расходимся. Да. Никто никого травить не будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я Семеновичу заявление напишу. Константин. Я Григорий. Это Маруся. Здрасте. Маруся, от счастья слезы льет. Я ничего не лью. А вы, значит, в крайнем доме живете, да? Ну, мы гостим. У тети. Лиды, тетя. Да. А этот, представляете, с утра на нее напал. И, между прочим, волосы вырвал. Волосы выдрал? А ты-то куда смотрел? Куда я смотрел? Я смотрел... Я же за досками ездил в Игорьевск и... Твой агрегат. Точно. Ничего так, тачка. Да. Я сейчас. Ничего-то ничего. Да вот, что-то вот здесь все время, ну, трясется что-то. А и греется постоянно. Я... А что с вечер? Прокаливал? Что делал? Тетя Лид, а ты почему замуж не вышла? Я? Вот ты спросила. Ну, не получилось у меня, вот и все. Почему? Ну, ты симпатичная. И ты все умеешь. Я вон, например, кашу даже не могу сварить, а ты можешь. Ты даже баню сама топишь. Ну,
Замуж берут не за то, что умеешь, а потому что любят. Когда любят, не имеет значения, умеешь ты кашу варить или нет. А тебя никто не любил? Ну, совсем? Я однажды на остановке от дождя пряталась. А он со мной вместе из института вышел. Провожал вроде. И вот мы стояли-стояли, а я все сокрушалась. Как я домой под таким дождем попаду? А он меня слушал-слушал. И вдруг побежал на другую сторону. Я подумала, все, бросил. А он, представляешь, вернулся. Шикарно. Складным зонтом. Они тогда только появились, не в каждом магазине были. Очень дорого стоили. Так вот он всю стипендию на него потратил. Я домой как принцесса. Под зонтом шла. И ты его любила? Да нет, не успела. Я тогда все принца ждала, а он обыкновенный парень был. Потом его убили. Ну, а потом? Ну, неужели тебя больше никто никогда не любил? Не любил, раз замуж так и не взяли. А ты что, что, замуж собралась? Я? Да нет. Да меня тоже никто не берет. Да ладно, у тебя Гриша есть. При чем тут Гриша вообще? Ну, я не знаю, слушай, он так за тобой ухаживает. Это он за тобой ухаживает. Вон доски привез. Компост тебе строит. Со мной он просто дружит. Ну, поцеловались один раз. Ну, что теперь? Поцеловались? Прям ничего-ничего? Ничегошеньки? Понятно. Знаешь что, Марусь, ты давай не тяни. А то появится какая-нибудь и уведет его. Не вернешь. Тетя Лид. Что? Что тетя Лид? Тетя Лид дело говорит. Так, давай, 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 быстрее. Другую партию. Эй! Может, хватит на сегодня? Завтра достаешь трудовую вахту. Тут и на завтра работы хватит. Кеш, я хочу на море. Почему все ездят на море, а я никогда? На море дорого, а в сезон там вообще не протолкнуться. Почему всем не дорого, а мне дорого? Ну, наверное, потому что ты зарабатываешь мало. А ты много зарабатываешь. Я мало. Я просто знаю, что море мне дорого, поэтому еду вот куда-нибудь под Егорьевск, и мне нормально. Мне плохо. Ложись! Гриша, Маруся, что случилось? Тетя Лида, идите в дом! Что? В дом идите! Вставай, вставай, вставай. Только прыгнись. В дом, говорю, идите! Быстро! Закрывайтесь! Два выстрела из дробовика и из зажигалки! Выключайте свет! Папа, там что, стреляют? Да. Да, из леса. Хулиганы? Ну, конечно, хулиганы. Но разве будет нормальный человек из темноты по окнам стрелять? Что? Все. Вроде не стреляет. Ага. Тетя Лид, надо закрыть все двери и окна тоже. И не вздумайте включать свет! Марусь, тебя не попали? Нет. Не знаю. Наверное, нет. Неужели Валерик совсем с ума сошел? А у него что, дробовик есть? Да откуда я знаю, что у него есть? У нас сроду никто по окнам-то не стрелял.
Так, надо участковому звонить. Или нет, надо вообще идти к нему. Только я один не справлюсь. Тут в темноте не вижу ничего. Стой! Я пошел. Стой, куда ты собрался? Куда ты собрался в такой темноте? Не пущу. А если у него не дробовик, а обрез? Нет, дробовик. Я точно слышал, что это дробовик. Это дробь. Все, все. Дверь запрем. Дождемся утра, а утром уже пойдем. Хоть к участковому, хоть вообще к министру обороны. Давай. Сегодня на сеновал не пойдешь. Я тебе в доме постелю. Понял. Давайте. И фиксируй, фиксируй. Фиксируйте, все фиксируйте. Так я и говорю, племянницу мою чуть не застрелил. Стоишь ты, записывай, записывай все это, Семёныч. Сколько надо можно... Маруся, деточка, иди к нам. Ну что ты там стоишь? Да, я сейчас умою, что тебе приду. Угу. Марусь, ну ты долго еще тут? Я выхожу, Гриш. Все. Дебошира-то прикончили. Валерика. Как это? Вот так. Тетя Лида утром пошла к участковому рассказать, что нас стреляли. Ага. Ну, а участковый пошел по деревне, пришел к этому Валерику. И в дом, и нашел там труп Валерика. Господи. Вот. А самое главное, что рядом с трупом дробовик он нашел. И теперь он пришел к нам узнать, не я ли его прикончил. А еще с ним там целая толпа народу пришла. Гриш, ты же никого не убивал. Ты же всю ночь нас сторожил. А ты откуда знаешь? А? Ты же спала всю ночь и еще и храпела, так что я уснуть не мог. Да? Я вообще никогда не храплю. Так, ну ладно, рассказывай. Гриша! Маруся! Пошли давай, ну. Да, я сейчас. Семёныч, ты хотя бы папу звонишь. Граждане, граждане! Ну, чё столпились? Расходимся по домам. Расходимся и ожидаем вызова в отделение. Все на местах. Какое отделение? На своих местах. Моё. А с Валериком ты что стряслось? Застрелили? Да говорят, по башке дали и всё, насмерть. А где? Да дома у него. Семёныч пошел разбираться после того, как Лидка к нему пришла. А Валерик лежит посреди комнаты, около стола, готовенький. Он говорит, я твоего Димку в колодце утоплю. Ну, что ты говоришь такое? Ну, никого он не утопит, его самого вон. Видишь, Лида, как? Он мне говорил же вчера. Аслав, да юноша, я подозрений не снимаю. Вы это поимеете в виду. Ну, что, Семёныч, это же наш. Тихо! Что за птичий базар такой? Лидия Витальевна, видите меня, буду лампочку разбитую изымать, и дробь тоже. А вы, граждане, по домам расходитесь. Вот. Только зафиксируйте. Зафиксирую. Вскоре из Егорьевска приедут. Из убойного отдела правильно всех опрашивать будут. Прошу вас. Пойдемте. Пойдемте. Правильно. Значит, я вам уже рассказываю. Он пришел из убойного отдела. Человека нет. Человек, как он человек? Погоди, он мелкий, а не человек. Человек. Да какая разница, живого человека убили. Маша, завари чай. А? А, да, сейчас. Вечером стрельба, потом убийство, ужас. Да. Одно другого чище. Знал бы, что такая работа собачья. Остался бы в армии на сверхсрочную. Вот так. А? Вот. Ага. Вот. Ну, а чем лучше? Сыт, обут, одет.
Всегда при начальстве. Не говори, Семёныч. Ага. А может, чайку с нами попьешь? А? А наливочки? Я вчера процедила, в холодильник поставила. Малиновая. Да там наливочки. 11 только. Чуть-чуть. Давай. Где наша не пропадала? Пошли. То есть, получается, Валерик залез во враг, стрелял по нам, потом вернулся к себе, и его убили? Так, что ли? А кто его знает как? Должно быть так. Ты налей и спрячь. Mm-hmm. А то ведь я ненароком того норму превышу. Ну, за упокой, что ли, души? Стол у него был накрыт. Гостей каких-то сдал, видно. А может, не сдал. А может, гости раньше были. Вот. И накрыто было так. Деликатно. А что это значит, деликатно? Ну, красиво. Ну, вот. Как у вас прям. Чашки, блюдечки, и портвейн сладкий, и конфеты в коробке. Может, жена его должна была приехать. А из чашек пили? А что же еще делать-то? Пили, конечно. Ты давай еще одну, и пойду я этих гавриков из убойного ждать. Ну, егорьевских-то. Сердце мое чувствует, замордует они меня. То есть из чашек пили, а из тарелок ели. Так получается? Так точно. Угу. Святая женщина. Женился бы, если бы не Тамарка моя. Ну, получается, Валерик пострелял по нашему дому, а потом пошел к себе пировать. Ну, или наоборот. Сначала пировал, а потом пошел пострелять. Ерунда какая. А кто у него сейчас дома? Труп его собственный сейчас дома. И пока штукари из Егорьевска не приедут, трогать ничего не моги. Угу. А во сколько его убили? Угу. Да я ж не медицина, я тебе точно сейчас-то не скажу. Следов борьбы нету. Ну, оставайтесь на месте, ребятки. Деваться некуда. Теперь всем показания давать надо будет. Лида? Всего хорошего. Угу. До свидания. До свидания. Гриша, Гриша, не переживай. Мы же прекрасно знаем, что ты всю ночь был дома и никуда не отлучался. Правильно? Тетя Лид, это мы прекрасно знаем. И я знаю, что я никого не убивал. Но этим сыскарям-то им понадобятся какие-то доказательства. А у нас кроме храпа Марушкиного ничего нету. Я никогда не храплю. И мне не нравится то, что ты надо мной издеваешься, Гриша. Тетя Лид, может быть, может, нам в Москву уехать? Я не поеду никуда. Правильно. Никуда мы не поедем. Ты что, мы не будем от людей бегать, если мы ни в чем не виноваты? Ты тоже хороша. В Москву поедем. Он, отец, все время мне рассказывает про то, какая ты великая сыщица. Это тебе папа сказал? Да. Что я великая сыщица? Да. Тетя, извини, но ты неправильно его поняла. Он меня считает размазнёй. Да все я прекрасно поняла. Он только и говорит про твои подвиги и про твой аналитический ум. В общем, давайте, бегите в магазин, купите сахар 3 килограмма, будем компот крутить. И с Зинкой-продавщицей поговорите. Она все про всех знает и слышала. Ну, давайте, давайте, бегите. Ага. Так. Хорошо. Пошли. Я не понимаю, а зачем твоей тете понадобилось это доморощенное расследование? Ей понадобилось. Ну, а кому? Ты вообще только что в Москву собралась, а она тебя остановила. Может, она знает, кто убил? Не знаю, или догадывается. Нет, Гриш, я думаю, что она просто переживает, чтобы эти профессионалы сыска не сделали тебя крайним. Хотя это бред, конечно, ты ни на что такое не способен. А мне кажется, что убить способен каждый человек, в принципе. Гриш, ну что ты несешь? Ты способен на убийство? Или, может быть, я? Или тетя? Да я думаю, да.
с ума сошел? Да я даже уверен, что да. Шутки у тебя такие. Ну, я не сошел с ума, я не шучу. Ну, если моим близким, например, тебе будет угрожать какая-то опасность, то я убью. Я даже не задумываюсь. То, что я умею считать и хорошо знаю физику, это еще ни о чем не говорит. Я мужчина, и мой долг тебя защищать. Я очень не испугалась вчера. Ты не бойся, я рядом. Давай, знаешь, как сделаем? Ух ты. Ты пойдешь в магазин за сахаром? Так. А я пойду вон, к этому, к Прокопенко. Прокопенко. Его, кстати, как зовут? Это неудобно. Виктор Павлович, кажется. Ага. Только не забудь у продавщицы узнать, кто такой этот вот Константин вчерашний. Гриша, я сама знаю, что спрашивает, ладно? Да я не сомневался в тебе. У тебя деньги-то есть? Есть. Здравствуйте! Зина! Зина! Зин! Что тебе? Мне Зину надо. Я за сахаром пришла. За сахаром? А, пойдем продам. А у Зины ребенок затемпературил, вот она и сорвалась. Говорит, посиди, Санечка, вместо меня. Все равно, говорит, до пяти никакой торговли нет. Ага. Ну, а то если магазин закрой, на меня жалобу, естественно, накатает. Народ у нас такой, знаешь, что вот я чуть что не по-ивоному, сразу жалобу. Вот, а кому охота работу терять? Так что ты говоришь тебе? Мне сахара. А, сахара, да. А тебе какого, в пачках или развесного? Развесной дешевле? Ну, тогда развесной, конечно. 3 кило. 3 кило. Угу. Давай, сахару 3 кило. Саш, скажите, а вы случайно не знаете того мужчину, который вчера, ну, Валерика приструнил? А, ты за Костяна, что ли? Так это лесник из Ново-Егорьевска. А зачем он тебе? Да ни зачем. Просто мы тут столько лет, а я его вообще ни разу не видела. Так он новый. Он раньше где-то под Владимиром работал, что ли? Ага. Ну, дела, да, слушай, с этим Валериком? Кстати, а может, вы знаете жену Валерика? Санку-то? Конечно, знаю. Санку? Ну, Оксана, она еще с Натальей дружит. А, понятно. Можно мне еще 500 грамм конфет? Каких? Ну, что он такой злопамятный? Так, и что Прокопенко? Ну, что? Отказался со мной разговаривать. Ты знаешь, мне кажется, что он ничего не видел, и ничего не слышал, и ни при чем. А у тебя как? У меня Зины нету. А у нее заболел сын, она уехала в город и попросила остаться за себя дежурить Саню. А, это которому шину прокололи? Да. И, кстати, он не собирается об этом рассказывать полиции, потому что боится, чтобы они не подумали, что у него есть мотив. Если подумать, то мотив есть у каждого в деревне. В том числе у тети Лиды. Гриша! На конфетку. Пойдем, я пошутил. Пойдем. Юморист. Жену Валерика зовут Оксана. И ее номер должен быть у Натальи, а не соседи. Мне кажется, что ей уже 1000 раз позвонили. Ну, я же должна была объяснить, почему я спрашиваю. Гриша, а мы зачем сюда пришли? Мы же ведем расследование.
Я Шерлок Холмс, это Джон Ватсон. Ты что, хочешь залезть в этот дом? Да. Шерлок! Тихо, ты чего кричишь-то? Сейчас весь план накроется. Скажи, а у тебя есть револьвер, газовый фонарь и две черные маски? Очень смешно. Гриша. Гриша, а? Там только что убили человека. Прямо в этом самом доме его наверняка охраняли. Кто? Наш участковый Илья Семенович? Давай. Гриша! Гриша! Давай руку. Пошли. Вон, видишь? Он же ждет Лиды. Наливкой угостился. Ну вот. Смотри, дверь открыта, но мы в нее не пойдем. А как мы пойдем? Ну, разумеется, в окно. Джон, давай, 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 давай. Гениально, Шерлок. Ерунду придумал. Давай ты лучше подождешь меня здесь. И еще лучше ты... Если ты сейчас не замолчишь, я пойду туда и расскажу Семеновичу. Ты способна на такие подлости? Ты даже понятия не имеешь, на что я способна. Вы славный товарищ, Джон. Я знал, что на вас можно положиться. Но все-таки лучше ты останься здесь, потому что там мертвый человек. Смотри, тут еще окурки. А? Окурки. Курили явно двое. Да. Иди сюда. Здесь кое-что есть. Вон. В прокуратуру российской. В прокуратуру Российской Федерации довожу до вашего сведения, что гражданин Васильев К.Д. был неоднократно замечен в противоправных, противозаконных действиях, наносящих реальный урон. Это что, Кляуза? Нет, это черновик Кляузы. А кто такой этот гражданин Васильев К.Д.? Непонятно. А еще непонятно, кому он наносил этот реальный урон. Ну, видимо, это Валерий хотел дальше написать. Но не написал. А женщина? Женщина,
Если она здесь была, то куда она делась? Что-то не сходится. Капитан. Здорово, Семенович. Что-то у тебя на участке каждую неделю происшествия. Чего? Видать, не так воспитательную работу ведешь. Ну, вот, выпишу тебе взыскание, будем знать. Ну, вот у вас, товарищ. Ну, давай, показывай. Проходите. Окно распахнуто. Непорядок. Видать, сквозняком распахнуло, товарищ капитан. А может, и открыто было. Семёныч. Извините. Да вы не беспокойтесь. Туда ведь со мной никто не полезет. Что вы? Тут деревенские все покойников до ужаса боят. Да какие деревенские? Тут все дачники дойдем. Тоже верно, товарищ капитан. Ну, докладывай. В 9:00 без малого я постучал, мне никто не ответил. Я зашел, ну, вот он, пожалуйста. А что тебя принесло сюда в 9:00? Так жалоба поступила от гражданки Александровой Лидии Витальевны. Вот. Покойный, ну, то есть Валерий Петрович Сыркин, по ее словам, обстрелял ее племянницу из дробовика. Подтвердилось? Так точно, стреляли. Разбитую лампочку и дробь я изъял. Вот, а дробовик вон. Я вам скажу и без экспертизы, товарищ капитан, что из него стреляли не позднее вчерашнего вечера. Так может, это твоя Лидия Витальевна или племянницу ей долбанули потерпевшего по черепушке-то, со страху? Да никак нет. Не можно такое. Вы уж поверьте. Их дома трое было. А когда стрельнули, они на все замки заперлись и всю ночь глаз не сомкнули. А сама Лидия Витальевна исключительно положительная женщина. Племянницу ее... В университете обучается. Да она вообще девочка-ромашка. Никаких тебе вредных привычек, никаких подозрительных кавалеров. Третий кто? Ты сказал, в доме вроде трое было. Сосед бывший их, академика Яхонтова внучок. Как Лида мне объясняла, он приехал их, ну, вроде как с племянницей навестить. То есть обстрелянные не при делах, получается? По моему мнению, нет. Потому что... Потерпевший был мужик вздорный, характер вредный, людям много крови испортил. Гош, ты снимаешь? Ясное дело, товарищ капитан. Орудие убийства где? Тут, товарищ капитан, загвоздочка. Нету его. Как, убийца с собой забрал, что ли? Выходит, что так. Марат Яковлевич, чем его шарахнули? Тяжелым тупым предметом. Череп раскроен. Вероятно, смерть наступила мгновенно. Похоже, что пострадавший во время удара писал. Ручка. Писатель. Такая разносторонняя личность. Из двух слов стрелял, подъем. На счет три. Мы побежим. Раз. Два. Стоп! Стой. А там что, Семенович? Правильно. Ну, давай посмотрим. Давайте. Я сейчас умру. От жажды и от страха. Давай. На траве посидим. А вы молодец, Джон. Ваше умение лазать под заборами достойно всяческих похвал. Крис, ну что ты издеваешься, а? Ну да. Я знаю, что я размазняю чучух. Я не умею быстро бегать, брать препятствия. Ну, что теперь? Ну,
Почему ты тетеха-то? Никакая ты не тетеха. Да я совсем не это имел в виду. Конечно, нет. Мне школьная физкультура всю жизнь испоганила. Я, может, вообще другим человеком была бы, если бы не эта физкультура. Да при чем тут физкультура? Ничего не понимаю. Прыгать не умею. Волейбол тоже не могу. Я неловкая. Да, и не надо на меня так смотреть. Я на этом козле дурацком все время застревала. А другие девчонки, знаешь, как перепрыгивали. И физкультурник мне орал: Александрович, вы на него забираетесь, как куль с Микиной. Все смеялись. И ты тоже вот смеешься, Гриша. Смеюсь. Я не смеюсь. Я другое хотел сказать. Ты зря так. Ты ловкая. А самое главное, ты собранная и хладнокровная. Ты же не завопила, ты же не сдалась, когда приехали эти новозики. А ты наоборот, ты прыгнула в окно. Так мало того прыгнула. Да ты выпорхнула просто. А бежала ты как видела? Ты же как стрела мчалась. Я тебя еле догнал. Благодарю вас, Шерлок. А пойдем на озеро, сходим. Только вначале надо будет зайти к Наталье, соседке Валерика. А зачем? Возьмем телефон его жены и позвоним. Угу. Здравствуй, Наталья. Привет. Здрасте. А мы к вам. А у меня уж все готово. Сейчас только белье повешу. Парень, как там тебя? А, Гриша, Рагулину давай. Что давать? Городской бестолковый, Рагулину. А. Ну, подцепляй. Что подцеплять? Что-что? Вот что. Без Рагулина-то белье полощется по земле. Пошли в дом. Проходите. Здесь меня подождите. Лидка просила. А зачем? Ну как зачем? Чтобы яблочное варенье варить. Все, ребята, мне некогда. Спасибо большое, Наташ. А мы хотели еще спросить, у вас есть телефон Оксаны, жены Валерика? Какой телефон? Зачем вам телефон? Так нужно ей позвонить. Она, наверное, еще не в курсе, но... Не нужно ей звонить. Ей уже без вас 100 раз позвонили. Наверняка. А можно я у вас водички попью? Там на кухне. Mm-hmm. Спасибо. Я пересохла. Сейчас. Нечего звонить и баламутить человека. Нет, вы не подумайте, что мы не в свое дело лезем. Мы просто решили, что... Ну, он ей всю жизнь испоганил. Только обещал. Стану человеком. А сам даже помереть, как человек, не смог. А ее теперь затягают. Да почему ее затягают-то? Она же ни при чем. И в Москве все время была. Разве нет? Твое какое дело, где она была? Ты ее видела в деревне? Нет, и я не видела. Да ее вообще в деревне с июля месяца не было. Так что нечего наговаривать. Так а мы же не наговариваем. Мы же просто зашли телефон попросить. И если не хотите, вы не давайте. Сами позвоните. А мы как я бы... не буду никуда звонить. Таз взяли, до свидания. Всего доброго. До свидания. Главное, таз взяли. До свидания. Не понимаю. Что она так расстроилась-то резко? Она не расстроилась. Она испугалась, Джон. Это разные вещи. Испугалась? Чего испугалась? Да это хороший вопрос. Так, и вы уже знаете на него ответ, Шерлок? Возможно. Ну как так, а?
Когда ты спросила у нее телефон, я подумал, ну они же не просто соседки, они подружки. Наташа знает что-то такое, что может быть, ну, опасно для подруги. Для жены Валерика. Ну что, например, вчера вечером... Валерик угощал портвейном именно свою жену? Верно. Абсолютно верно, Джон. Так. Потому что на кухне я нашел грязную посуду. На чашке там была губная помада в точности, как на бокале в доме Валерика. Так. А в пепельнице были окурки. Точно такие же, как в доме у Валерика. Да. Вот и все. Ничего себе. То есть получается, что жена Валерика была с ним ночью вчера, и это она его убила? Допустим, ты права. Но у нас нет никаких прямых доказательств. И орудия убийства тоже нет. Ну, это могло быть спонтанно. Валерик ее оскорбил, и она не выдержала. Возможно. Надо еще выяснить, кто такой этот Васильев КД. Может, он тоже причастен? Угу. Так. Тебе приехали, Марусенька. Тетя Лид, Наташа передала тазик варенье варить. А я забыл про него совсем. Агриппина? Ну, Марусь, ну что ты смотришь, как неродная? Мы надеялись, ты счастлива будешь. Привет. Привет. Мы ни на что такое не надеялись. Привет, Марусь. Привет. А ты откуда здесь? Из Москвы. Привет, отличник. Привет. А меня дед послал за вами, чтобы я вас в гости к нам позвала. Вот. На кафедре у тебя сказали, что ты в отпуске под Егорьевском. А я вызвался проводить. Ну, не отпускать же такую девушку одну. Ну, слушай, если мы не вовремя, то мы можем и уехать. Да нет. Так, давайте быстро к столу. Я сейчас блины пеку. Ой, давайте я вам помогу. Меня дедушка страшно ругает, что я на журналистику поступила. Он вообще считает, что это не профессия. А вот повар из меня вышел бы хороший. Ну хорошо, пойдем, если не шутишь. Ты чего, не рада, что ли, что я приехала? Ну, я думал, ты счастлива будешь. Я счастлива. Кстати, а где ты... раздобыла такую подругу. Я думал, что с такими дружбы не ведешь. Да мы знакомы-то, боже, мы виделись один раз. Да ладно, один раз виделись, и тут она за 100 километров поехала, чтобы в гости тебя пригласить. Ух ты! А это что за агрегат? Маруся, можешь принести шишки? Там в корзинке оставил. Угу. Так, ребят, то есть мы из этого что, пить что ли будем? Это ж полная антисанитария. Там на кухне есть вода в бутылках, можно оттуда купить. Понятно. Да, я ведь эту вашу дачу-то и не сразу нашел. Маруся, ты здесь каждое лето, да, отдыхаешь? Тут же скучишь. Ух ты. Смотри, и вправду разгорелся.
Там, наверное, не просто вода, а с чем-нибудь, да? С керосином. Ну, раз с керосином, тогда точно разгорится. Нет, ребят, ну у вас тут, ей-богу, первобытный общинный строй. Сейчас селфи сделаю, сеть точно взорвется. Так, ну-ка, подожди. Вот дымок, дымок, не уходи. Ты мне очень даже нужен. Так, еще раз. Блин, ну черт, ну что такое-то? Не трогай, пожалуйста, но они сейчас все в саже будут. Ну, что за хрень? Как я теперь в Москву поеду? На машине. А мы на двух сковородках нажарили. Антон, вы что, чистили каминные трубы? У нас труба упала. Маруся! Иди возьми сметану свари. Сейчас, тетя. Ладно, я в машину пойду, штаны поищу. Подожди, подожди. А кто это? Что-то я их раньше не видела. А, это Агриппина. Ага. Она внучка профессора Астрова. Мы с ней недавно познакомились. И Антон, он из нашего университета, только он юрист. А он, подожди, он твой кавалер или кавалер этой внучки профессора? Да как он может быть моим кавалером? Ну, ты осторожней, сметана-то не маши, а то сейчас все прольешь. Интересно, почему это он не может быть твоим кавалером? Тетя, что? Ты посмотри на него. Ну? И на меня. Ну, смотрю. Угу. Хлыщ какой-то. И, по-моему, не слишком умный, ты знаешь. Ты ничего не понимаешь. Куда уж мне, конечно. Антон, ну давайте я вам дедушкины брюки с чердака принесу. Вполне себе можно походить. Угу. Да нет, спасибо. Так, друзья мои, давайте-ка вы погуляете, на озеро сходите, а вечером шашлыки пожарим. Чур я шашлык замариную. Только я сразу предупреждаю, шашлык я мариную по старинке. Никаких кефиров и майонезов. Грунчик, ты как хочешь, так и маринуй. У моих дедушки с бабушкой такой же мотоцикл. Я всю жизнь мечтала на нем прокатиться. Давай, помогу. Какая ж красотища тут, а? Всю жизнь хотела в таком месте жить. Марусь, я у тебя жить останусь. Я так люблю лес и речку. А я знаете, что люблю? Что? Вот после пробежки в воду нырнуть. Вода, конечно, жутко холодная. Но если быстро плыть, то ничего, терпимо. Быстро плыть, как Майкл Фелпс? Ага, как Майкл Фелпс. Вау. А представляешь, однажды наша Маруська, прямо как Фелпс, не умея плавать, добралась до того островка, погнавшись за какой-то уткой. Круто. Утки все разлетелись, и она потом весь день рыдала. Да ты что? Как интересно. Ну вот. Марусь, ну что ты там сидишь? Может быть, нам на лодке покататься? А? Да нет, ребят, я пойду прогуляюсь, а вы на лодке покатайтесь, хорошо? А куда ты пойдешь? Я сыроежек пойду наберу. Каких сыроежек? Картошка с сыроежками, ну, вкусно. Так потом, на мотоцикле съездим за этими сыроежками. Да они червивые сейчас. Нет, Гриш, я хороших наберу. Гриш?
Васю не видел? Нет. Ну что, покатались на лодке? Ага. Маруся в лес ушла, так и не вернулась. Ну так прогуляется, вернется. Агриппин? Она не возвращалась. Да что ж такое? Да. Слушай, а может она домой пошла? Набрала сыроежек и пошла, здесь же все близко. Не приходила? Нет. Подожди, она же с тобой была. А что, что-то случилось? Вы не волнуйтесь, тетя, все нормально. Мы просто с ней, видимо, разминулись. Я же на мотоцикле, а она пешком пошла. Ну, я и навстречу поеду. А где Груня с Антоном? Да они на озере остались. Вот как ты думаешь, почему ласточки живут в земле, а не в гнездах? Между прочим, в итальянских фильмах они живут в гнездах под потолками старинных палаццо. Ну что, нет ее нигде. Надо идти искать. Ты не возвращалась? Нет. Да зачем вы панику-то наводите, ребят? Ну, взрослая девушка. Поехали. Да зачем? Может, у нее здесь какой-то хахаль. Вот они и поехали в соседнюю деревню на дискотеку. Ты остаешься? Да еду, еду. Даже позагорать черти не дали. Так, ребята с собаками впереди. Мы все за ними, аккуратненько. Вот! За ним немедленно. Вот, Марусина кофта. Дима, дай собаке понюх. Ну что, пойдемте? Лида, ты остаешься? Нет, я... Да куда тебе с нами? Сами, Лида, чего вы сами, не переживайте. Будешь караулить и звонить, если Маруся вдруг вернется. Да. Послушайте, да глупо искать человека, который, может быть, просто пошел прогуляться. Мы все свободные люди, где хотим, там и гуляем. Слушай, парень, иди гуляй, где хочешь. Семенович, веди. Так, вперед, ребята, собаки, вперед. Мы за ними медленно, внимательно осматриваем каждый кустик, каждую травинку, не болтаем. Антон, ну ты бы тоже пошел со всеми, помог. Да она не иголка в стогу сена. Вот примите мое слово, вернется, никуда не денется. Ну что, нету? Что-то совсем холодно, может, что-нибудь теплое дадите? Конечно, пойдем. А ты-то куда собралась? Тоже втянулась в это коллективное безумие? Или ты опять сейчас в лес пойдешь ее искать? Я должна найти Марусю. Она пропала. Нам нужно ее найти. Да вернется она, никуда не денется. Хозяева, есть кто? Да. Что-то в деревне все повымерли. Или у вас кино привезли и вечером показывают? У нас Маруся пропала. Еще днем. Мы на озеро пошли, на пикник. Мы? Это кто? Маруся, Груня и я. Да мы там 10 минут от силы были. А потом она отказалась кататься на лодке и ушла. Казалось, поссорились, что ли? Да никто не ссорился. Она просто решила пойти за своими сыроежками. Вообще, сначала Гриша ушел, потом Антон тут же подошел. Да, мы на мотоцикле же ехали, а он пешком. Я уже я на плотине смотрел, я в лесу смотрел. Но на озере были там, где лодки стоят? Да. Ага. А ты из леса вышел? Ну да. У нас ведь человека утром убили. Как убили? Да вот этого Валерика, который у магазина буянил. Ай, убийца где-то ходит, а Маруся пропала. И... Ты если из леса вышел, значит, последний Маруся-то видел? Да никого я не видел. Да ты не стесняйся. Расскажи всем. Говори, куда пошла-то? Говори так, чтобы все слышали. Ну? Ну, видел ее, да, и с парнем они с каким-то уехала. Я ей что, не... Что? Тихо. Куда? Тихо. Куда? На чем они уехали? Там на мопеде или мотороллере. Куда поехали? Налево, в лес по дороге поехали. Она там с каким-то кавалером была. Я-то ну, все, хорошо. Хорошо, извини. Налево поехали.
Значит, по дорожке в лес. Дальше буерак, мотороллер не проедет. Как вас зовут? Я Лида. Меня Константин. Подержите, пожалуйста, и позвоните участковому. Пусть приезжает к старому заброшенному пионерскому лагерю. Гриня, а мы с тобой на пряги пойдем. Так быстрее будет. Агриппина, видишь, все тут без нас разберутся. Поехали в Москву. Ах ты, подлец! Тихо. Я ж тебя спрятал! Но получил его, и будет, хватит. Успокойся. Успокойся. Позвоните, пожалуйста. Гриш, возьми. Давайте. Мы скоро будем. Пойдем в дом, Агриппина, идем. Пойдемте. Идем. Я так предполагаю, он ее где-то здесь может спрятать. Старый пионерский лагерь. Давай по домам пройдемся. Угу. Маруся! Тихо. Марусь! Где-то здесь. Маруся! Марусь, она здесь! Ты жива? Маруся, руки, ноги в порядке. Это мы. Так, держи. Ага, держу. Давай, выложим ее. Здесь. Ага. Так, я свечу. Здесь. Осторожно. Тихо. Маруся, как же хорошо, что мы тебя нашли. Тихо, я испугалась. Я очнулась, никого нет. Руки, ноги связаны. Я кричала об этом все время, плакала. Это понятно. Непонятно, откуда в тебе в такой крохотной столько водички берется, чтобы плакать, а? Будешь еще плакать? Давай еще поплачем, давай. Только теперь уже от радости. Давай-ка лучше ножки разомнем, давай. Ты весь день лежала. Ну-ка, вставай, боец. Вставай. Правый шажок, левый шажок, правый, вперед. Держи. А вон наши подъехали. Пошли. Илья Семенович. Это ж какой сволоте понадобилось такие шутки шутить? Все главное, зачем? Вот именно. Зачем? А я у вас колбаску в холодильнике нашла. Ой. Вот, подрезала. А хлебушек наш принесла. Ваш весь вышел. Спасибо. Да-да. Прошу. Гриш, иди к столу. Ну... Хорошо то, что хорошо кончается, друзья. Да где же там кончается? По всему, видать, начинается только. Ну как же? Девочка в безопасности. Правде сказать, история поганая. Так себе история. Ты про что сейчас говоришь? Я когда вокруг лагеря ходил, там мы дома, откуда мы Марусю взяли, лапник, сухой хворост, рядами его ложим. Спичку поднеси, полыхнет, мало не покажется. Сжечь сельдюку хотели? Ну, будь за страху-то нагонять. И без тебя тошно. Так, все. Завтра же первой электричкой уедем в Москву. Как проснемся, так сразу и уедем. Погоди, да разобраться ведь надо. А как мы разберемся, если вы обе того, тю-тю? А я не знаю, как вы будете разбираться, но я племянницу отсюда увезу. Все, правильно. Пойду я в Егорьевск, позвоню
Доброй ночи. До свидания. До свидания. До свидания. Добрый, добрый. Пора им нечего знать. Доброй ночи. До свидания. Всего доброго. Да куда ты сейчас на ночь глядя-то пойдешь? Может, у нас переночуешь? Или возьми у меня этот мотоцикл. Мотоцикл? Добро. Завтра верну. Спасибо, что помог. Мы без тебя ее не нашли. Доброй ночи. Ну, Витенька, нам пора. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ах, оставь, Люда. Я в прекрасном состоянии. Я все понимаю, Григорий Михайлович. Вы нас терпеть не можете. Мы, так сказать, купили дом ваших родителей. Я не очень хочу говорить на эту тему. Да и какая теперь разница? Большая разница. Существенная разница. Мы, так сказать, тоже не питаем к вам теплых чувств. Витенька. Это правда, Люда. Это правда. Мы испытываем взаимную антипатию. Так ведь? И этому давно пора положить конец. Григорий Иванович, мы с Людочкой хотим пригласить вас в гости. И вы сами убедитесь в том, что с вашим домом ничего плохого не произошло. Только самое хорошее. Да. Спасибо. Ну вот, утром вы спрашивали меня про Валерия убитого. А я не стал с вами разговаривать по причине нашей взаимной антипатии, с которой мы только что покончили. Так вот, накануне убийства к Валерию из города приезжала его супруга. Вы видели жену Валерика? Так же отчетливо, как и вас, Григорий Михайлович. Она шла с автобусной остановки. Так. А вы видели, куда она уехала или ушла куда-то? Нет, мы больше ее не видели. Ну, ладно. Я очень и очень рад, что мы устранили недопонимание. Взаимно. До свидания. Спокойной До свидания. Ночи. Пойдем, Витенька. Доброй ночи. Доброй ночи. Спокойной ночи. Да. До свидания. Спокойной ночи. Ночи. Давай, давай. Все нормально, Люда. Давай. Ну, что же нам теперь делать? А может, нам отца ее вызвать? А, ты как думаешь? Подождите, тетя Лид. Ну, зачем отца? Вы же знаете Сергея Витальевича. Тут столько шума будет, а толка никакого. Да. Да, ты прав. Но за что же ее пытались убить? Она же из дома почти не выходит. Что-то она узнала или увидела, из-за чего можно решиться на убийство. А я не догадался. Может, она мне просто не сказала. Подожди, она же тебе все рассказывает. Конечно. Я же друг детства. Друг, знаешь что, друг? Иди спать ложись. Да, надо. Ну, а соседи-то наши каковы? Мы устранили наше взаимонедопонимание. Спокойной ночи. Марусь, ты зачем на улицу вышла? Ну, холодно же.
Но вот зачем ты пошла в лес? Но вот кто тебя дернул-то, я не понимаю, а? Но все же хорошо было. Нет, какие-то грибы. Я просто подумала, что Шерлока с Джоном больше не будет. Почему? Потому что приехала Агриппина. А при чем здесь Шерлок и Джон? А? А ты не понимаешь? Ну, она такая необыкновенная. Очень красивая, очень умная, очень свободная. И мне показалось, ты ей нравишься. Вот я и подумала, что нас больше не будет. И ушла, чтобы не мешать. Ты ушла, чтобы мне не мешать. Из этого следует, что я тебе не нужен. Чего? Это следует из логики твоего рассказа. Ну, а Агриппина, она же такая современная, она такая прекрасная. А ты решила, я ей нравлюсь, и ты ушла. Значит, я тебе не нужен. Но ты мне нужен. Зачем? Чтобы быть Джоном и Шерлоком? Ты сердишься на меня, Гриш? Ну, давай, Гриш, скажи что-нибудь. Ну? Гриш, сделай что-нибудь. Да что я могу сделать, если я тебе не нужен? И ты приняла на эту тему такое важное решение. Какое решение? Я не принимала никакого решения. Ты ничего не понимаешь, что ли? Нет, я все как раз-таки понимаю. Пойдем, я положу тебя спать. Гриша, неужели ты нисколечко меня не любишь? И никогда не любил? Гриш, неужели я просто старый друг? Я люблю тебя. Но ты же только что сказал, что... Это ты только что сказала. Я просто думала, что я тебе мешаю, что вокруг тебя столько красивых девушек и умных, а я все время маячу у тебя перед глазами. Это я маячу у тебя перед глазами. Это я отпугиваю тебя кавалеров. Да у меня нету никаких кавалеров. Но они же могут быть. Ведь меня чуть с ума не свела. Сначала с этим Антоном. Потом, когда решила меня бросить. Давай ты потом со мной поговоришь. Я буду разговаривать с тобой всю жизнь. Даже если ты будешь нести всякие глупости. А я буду разговаривать с тобой. Даже если ты будешь рассказывать мне всякие научные скучности. А я буду их рассказывать. Гриша! 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 Маруся пропала! Что случилось? Она опять пропала. Тетя Лид! Тетя Лид, я никуда не пропала. Я здесь. Ой, Господи. Да, тетя Лид, вы сейчас. Прокопенко сказал, что собственно глазами видел, как жена Валерика приехала на автобусе. Ага. Ну, может, это все-таки тогда она убила мужа? Предположим, Джон. Но тогда что она? Убила, испугалась и убежала? Ну, куда убежала, Гриш? Ночь была, автобусы не ходят. Верно. Разве что в лес, я не знаю. Да. Еще очень важно узнать, кто такой вот этот Васильев К.Д., ну, которого Валерий Кляузу написал. Так точно, Шерлок.
Маруся, как я рад тебя видеть. Ты даже себе не представляешь, как я рад. Доброе утро. Доброе утро, Виктор Павлович. Доброе утро. Наше взаимонепонимание полностью устранено. Теперь мы взаимопонимаем друг друга. Полностью. Еще важно понять, кто на тебя напал. Вот это я вообще не понимаю, как сделать. Ты знаешь, все это звенья одной цепи. Ухватившись за одно звено, мы вытянем всю цепочку. Угу. Пойдем. Что вы, Шерлок? Ну-ка, бараны! Ну-ка, пошли! Привет! Здрасте. А что, таз не принесли? Что, еще литковарение не сварила? Еще не сварила. А что, пришли тогда? Ну как ты? Оклемалась после вчерашнего? Да, спасибо. Даже голова не болит. Наташа, мы войдем? Зачем войдем? На улице погода прекрасная, можно на дворе потолковать. Можно и на дворе потолковать. Я думаю, что Оксана не будет выходить. Какая Оксана? Нет у меня никакой Оксаны. Что ты выдумал? Наташ, ну мы же знаем, что жена Валерика у вас с самой ночи убийства. Вы ее прячете. Никого я не прячу. Оксана была у вас дважды той ночью. Ее видели соседи, она приехала на автобусе. А ночью автобусы не ходят. А участковый утром уже обнаружил тело, и она не могла уехать на автобусе, иначе бы ее кто-нибудь заметил. Поэтому она у вас дома, вы ее прячете. И сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Хотела, чтобы ты ушел. Наташа, Наташа, заходят. Все ясно уже, да и сил прятаться больше нет. Я на автобусе приехала. Вошла, он стол накрыл. Подготовился всегда так скандалить. Начинал. Вина какого-то налил, чаю. Я выпила. Ну, а начал рассказывать о том, как он здесь в деревне строит. Я сижу, молчу. Он дальше рассказывает. Я молчу, слушаю, тут он не выдержал. Говорит, что ты, стеру, мне не веришь, что я здесь деревню всех строю. Дальше пошло-поехало. И долго он скандалил? Да нет, не особо, как обычно. Он меня за волосы оттаскал, на диван бросил и... Вышел куда-то во двор, я к Наташке побежал. Так, вы сбежали к Наташке, но потом-то вы вернулись. Ну, а куда же я денусь? Он же искать начнет, по деревне бегать, поссорить. Ну, вы вернулись, а там... Я вошла. Свет горит. На столе все, как я оставляла. Валерка на полу. Рядом. Ружье какое-то. Я так думаю, что его из этого ружья и... Так не его двустволк? Не мужа вашего? Нет-нет, у нас... Нет, у нас в доме не было никакого ружья. Подождите, а кто тогда в нас стрелял? Не Валерка, получается? Так. А дальше что было? Я как поняла, что Валерка мертвый, я к Наташке побежала. Да. Испугалась. Если узнают, что я в тот вечер в деревню приезжала, подумают, что я убила. А я в тюрьму не хочу. Да, и тогда мы решили с Оксаной все обставить так, как будто она в этот вечер не приезжала в деревню. А про помаду-то мы и не подумали. Я...
убивала, я клянусь. Я детьми клянусь, я Богом клянусь. Не надо так, мы вам верим. Но участковому все равно придется все рассказать. Но сначала я сам во всем разберусь. И потом, если понадобится, вам придется подтвердить мои выводы. А пока денек еще, пожалуйста, поживите у Наташи. Так вы что, вы сами хотите все расследовать? Он Марусю чуть не убил. Я это так не оставлю. Мы пойдем. До свидания. Я провожу. Ребята, как узнаете, что заходите. Хорошо. Всего доброго, Наташа. Короче, я запуталась совсем. Получается, дробовик ему подкинули? Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем? Получается так. Некий человек собирается убить Валерика. Зачем-то берет дробовик, идет к нашему дому и стреляет по фонарю. И пытается убить кого-то из нас? Знаешь, из дробовика с такого расстояния и ночью никого не убить. А мы с тобой делаем один единственный вывод. Так. Что это сделал Валерик. Потому что он утром ругался с тетей Лидой из-за этого фонаря, обещал его разбить. Ну да. Но такой же вывод сделает и полиция. Так а зачем это все, Гриш? Чтобы на меня навести. Вот зачем. Ну, то есть Валерик стрелял в нас, а я пошел убил Валерика. Все же логично. Ну и... А если не я убил, то запасной вариант, что это сделала его жена. Ну, это местный. Он все здесь про всех знает. И он знает, что Валерик скандалил со своей женой. Она его боялась. И у нее, соответственно, был мотив. Вот и запасной вариант. Но жена не убивала. Так и я не убивал. Ну, это понятно. Кто тогда убил? За что? За кляузу его? Или, может, за его скверный характер? Ну, это же смешно. Может, он правда кому-нибудь или чему-нибудь мешал? Меня тревожит другой вопрос. Зачем убийца собирался тебя убить? М? Гриш, давай мы оставим это дело егорьевским сыщикам, а? Может, они как-нибудь без нас там разберутся? Хм, может, они не разберутся. Но мы же должны попробовать. Пойдем, у меня есть идея. Пойдем, пойдем. Гриш. Ну, давай. Ой. Илья Семенович, это мы. Разрешите войти? Разрешаю. Чего тебе? Илья Семенович, ну вот по какому вопросу. А кто такой Васильев К.Д., на которого Валерик кляузу писал? Вот он у меня уже где-то, этот ваш Валерик. У нас его кляузу уже прескурант обозначен. На кого, когда написал? А ты чего, парень, решил собственное расследование провести, а? А это что, твоя моральная поддержка? Понятно. Василию говоришь? Угу. К.Д. Угу. Ха! Из Костян. Вот он самый и есть. Какой Костян? Из лесничества. Ну, Костя, который вчера твою невесту нашел. Фамилия Васильев, а зовут Константин Дмитриевич. Гриш, это не может быть он. Это Костя нашел меня в лесу. Он потому и нашел, потому что знал, где искать. Нам нужно тебя спрятать, понимаешь? Если Костя убийца, это очень опасно. Он Гриша, знает весь лес вдоль и поперек. Гриша, он может вдоль и поперек. Гриша, Гриша, чего ты так испугался? М? Это всего лишь наше предположение. Они ни на чем не основаны. Как это не основано? А кляузы, дробовик... Ты чего ты взял, что это его дробовик? М? Здесь у половины деревни дробовики. Ему не было смысла на меня нападать. Ну, вообще никакого. У тебя рвется цепочка. Что?
Ваша цепочка размышлений, Шерлок, рвется. Вот какие у нас в деревне дела творятся. Да. А я позавчера в Егорьевск ездила к пацану к своему. Он у меня там в лагере пионерском. Да, что-то приболел немного. Вот хорошо, что Костя подвез. Костя? А? Лесник? Да, лесник. Ой, такой хороший мужик. Всю дорогу с ним пели. Пели? Ну да, и этот. И Катюшу, и Платочек. И это вот. Ну, знаете, наверное, это. Лай-лай-лай. Лай-лай-лай. Сколько ты говоришь сахара? А. Ну, и чего? А, ну. Ну, так вот и доехали. Это где-то около 12 уже было. И до подъезда меня довел. И дверь придержал. Ну, какой мужчина. А я ему еще, главное, говорю, может, уже поздно в лесничество-то возвращаться? А он мне отвечает, так я и не собирался. Я, говорит, здесь, в Егорьевске заночую, маманю заодно проведаю. У него тут в Егорьевске в частном секторе дом, маманя старая. Вот. А про жену и детей я как-то и не знаю ничего. Так, постеснялась даже спросить. Всем здрасте. Здрасте. Зин, мне это... пакет целлофановый надо. Ты их ешь, что ли? Я не пойму. На прошлой неделе брал, на этой неделе тоже уже заходил. Твое какое дело? Может, я в них приманку рыбью насыпаю? Я же рыбак. А я говорила? Говорила, что Костя тут ни при чем? Говорила. Ладно, согласен. Я тоже рад, что он ни при чем. Надо просто слушать мою интуицию. Я вот чувствую, кто хороший человек, а кто плохой. Твоя интуиция случайно не знает, кто убийца? А? Молчит. Хотя... Подожди, а я... Мне кажется, знаю, кто нам может помочь. Ну-ка, пошли. Костя! Кость! Ну чё орёшь, я тут. Вы чё, за мотоциклом? Я попозже его сам пригнал. Или зачем? Да мы просто катались и решили заехать поздороваться. А можно попить чего-нибудь? Очень пить хочется. Угу. Катались, говоришь? Садись, сейчас принесу. Это квас. Он вкусный, но холодный. Горло берегите. И рассказывайте, зачем на самом деле пришли. Кость, мы все-таки хотим разобраться, кто Валерика убил. А, разобраться. Он же на вас кляу записал, да? Да, писал. На всех писал. Ты, я смотрю, девочка, думаешь, не я ли его убил? Костя, мы знаем, что это не ты. Не я. Может, и стоило бы напугать пару раз. И за уши потаскать. Но убивать нет. Не стоило. Меня другое интересует, почему убийца на себя напал. Я вот думал, ничего не придумал. Кость, мы тоже на эту тему много думали. Смотри, что мы знаем. По нашему дому стрелял не Валерик, а кто-то другой. И этот другой хотел подставить меня. Но вот зачем он пытался убить Марусю? Если убийца среди белого дня, при всей честной компании, нападает на Марусю, бьет ее по голове, тащит в старый лагерь. Значит, он чем-то напуган. Давай думай, что видела, что помнишь. Может, что случилось в тот день? А может, в деревне есть какие-нибудь хулиганы,
Браконьеры. Браконьеры. Были браконьеры, да кончились. Даже этих, которые с удочками, тоже всех отвадил. Правда, сейчас кто-то из деревни коноплю стал выращивать. Делянки в лесу появились. Я грешным делом подумал, может, Валерик на такую делянку наткнулся. Ну, его кто-то заметил, и из-за этого его... Вот. А я? Я никакую делянку не находила. Я вообще не знаю, как она выглядит, эта трава. Конопля, да? Да как выглядит? Что на нее смотреть? Обычный чай сухой такой, как в аптеке. Травяной, в мешочках. Да. Надо думать. Надо думать. Гриша. Гриш. Я заходила в магазин. Зины не было. У нее ребенок заболел, она в город уехала. А он сидел там и рассыпал по пакетам чай. По мешкам по таким. Кто он-то? Кто? Да Саня. Саня, у которого колеса прокололи. Валерик рассыпал какие-то звездочки, чтобы никто не ездил рядом с его домом. А, Саня. Я же еще тогда думал-то, что он колеса-то пропорол? Там куча народа ездит, и только у него колеса. Так, звездочки это не он. Валерик рассыпал, а я. И не в деревне, а в такой делянке. Ну, с коноплей. Там аккурат машина может проехать. Понятно. Давайте-ка собираться. И в деревню поедем. Подождите, а может там правда чай был в этих пакетах, а? Может, это просто... Ты же не поняла, что увидела. Из-за этого чуть не погибла. Надо в Егорьевск за подкреплением послать. Ага. Так, давай, грузи велики на машину. Хорошо. Веревки найдешь в доме. Марусь, а скажи, у тебя тетка замужняя? Прям на машину грузить? Да, на машину, веревки в доме. Ну, замужняя, нет? Нет, не замужняя, не была никогда. А вы зачем спрашиваете? Да нравится она мне. Очень. Веревки нашел? Да я нет, еще только велики пригнал. Заводи мотоцикл. Сейчас. Так что говоришь, свечного ключа у тебя нет, да? Да вот свечного-то и нет, да. Александр, приветствую. А может, у вас есть ключ свечной? Ключ какой ключ? Да, Сань, вот свечки залила. Думаем поменять. Свечи-то нашли, а ключа нет. Может, у тебя есть, а? Не, ну свечки-то что, хорошие? Стоять! Руки! Руки за спину. Взглядом. Ну ты же не маленькая, ты все понимаешь. Вдруг он плохой человек, Гриш. Он хороший человек. Ты это отлично знаешь. Лида. Ау. Лид, может, еще скамейку принесем? Или поместимся? Кость, делай как хочешь, Костя. Прекрасно. Он теперь еще и Костя. Успокойся и держи себя в руках. Груня! Грунь! А? Груня, захвати там еще пледы, они справа, около зонтов. Ага. Гриш, там угли еще остались. Ага. Ой, расчешу вот сюда. Слушайте, мне кажется, или дождь начинается? Дайте-ка я поставлю. Помню, история была с девчонкой одной знакомой. Лет 100 назад. Дай-ка вилку. На автобусной остановке стояли, и дождь зарядил. Она говорит, как же я без зонта-то с автобуса домой дойду. А я подумал и рванул в магазин.
Ну и купил зонт, прибегаю, даю ей. Она обрадовалась, даже поцеловала меня. А потом что было? Потом? Когда потом? После того, как ты ей зонт подарил. Да я вроде как сессию завалил и в армию загремел. А она на третьем курсе родила, и я ее больше не видел. А ты где учился? В лесотехническом. А ты? Я в историко-архив. Ты что, плачешь? Я наливку забыла. Ой, Сережа! Папа приехал! Папа, я тебе столько всего должна рассказать. Это вот Костя. А они с Гришей меня спасли. Только не волнуйся, ладно? Да не волнуйся, я радуюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте к столу, Гриш! Ну, Гриш, тут... ну давай скорее к столу. Иду. Все, что хочешь? Сереж, давай. Давай сюда. А, папа, это Агриппина. Здрасте. Гриша? Приятная Агриппина. Это я чё? За любовь? А чё нет? Чё? Давайте. Почему же нет? Давай, на. Ну? За любовь. За любовь. За любовь.